Алло. Сергій, доброго дня. Це Валентин, я на рахунок інтерв'ю. Да, добрий день. Маєте хвилинку, да? Да. Трохи збирав інформацію про вас там в інтернеті, побачив, що ви багато ким грали. В одному сайті було написано, що ви серйозно музикою почали займатися вже з 91-го року. Хотів запитати, як ви взагалі познайомились з гітарою, де ви вчились? Ну, я поздно, перед тим, як уїхав з мат-інтернат, прокупив гітару, купив мені гітару і грав пісні. Песни, «Машины времени», «Воскресенье», все, что пели, когда играли на гитарах. И у меня была там рок-группа, мы пели свои песни, там «Импеданс» называлась. Пошел рок, гитарка и... Ну, то есть это было целое движение с гитарами, с песнями и так далее? Ну, все пели, все знали много песен, знали слова. На Крещатике на 1 на 9 мая я вот ходил с гитарами вокруг, у каждого гитары человек. 20-30, я знаю все слова, «Воскресенье», «Машины времени», «Высоцкий», ну, больше такое, а-ля «Машины времени» такое. Как вы начали интересоваться джазом? Ну, это плавно, я интересовался тем, что было связано с гитарой. Книжку Молоткова как-то нашел, ну, я не понимал, как это может быть музыкально, ну, это было интересно, какие-то аккорды. Информации было очень мало, поэтому все, что попадалось, переваривал. Все музыка нравилась, и рок, и все, что было интересно, импровизация, классика, все. Но оно вообще было очень мало. И также, ну, не было никаких там пластинок джазовых или чего-то такого? Потом уже было, когда я уже пришел из армии. Два года проучился в КПИ, пошел в армию, пришел в школу, вечернюю школу имени Стасенко, там было на то время единственное эстрадное отдел, там были большие традиции, она 67-го года существует, задолго до музыкального, задолго до ВИА. Вот. И там был педагог классный, который меня поразил, как он играет в классе, прямо на гитаре. Я приходил к нему каждый день, слушал занятия, он много играл. Мало что учил специально, просто играл. Ну и записи, конечно, давал. И он уехал в Америку. А когда он уехал, я доучивался в этой школе, и еще не доучившись, я как бы преподавал в том классе, в котором сам раньше занимался. Я заканчивал эту школу сам себя в классе. Такой был парадокс. Тогда вы, ну, уже осознавали, да, что хотите заниматься музыкой? Да, я ставил КПИ, поступил в музыкальное училище. Ну, в Глиера в училище вы учились, наверное, в Молоткова, да? Ну, я учился заочно. Такая ситуация была, что я прошел через многих педагогов, которые со мной не встречались или встречались пару раз. И на самом деле образования не было никакого, чтобы познакомиться с ребятами там. Как на вас повлияло преподавание? Очень хорошо. Да. Потому что когда кому-то хочешь что-то рассказать и объяснить, особенно теоретически, то вновь все привести в порядок и продемонстрировать, показать, чтобы оно как-то было на что-то похоже, это очень хорошо. И мало серьезно занимается людей. В основном занимаются на начальном уровне. На начальном уровне занимаются основами. И вот эти основы, даже у опытных музыкантов, они, конечно, не в порядке. Но за счет опыта человек играет ему, за счет того, что ему есть что-то сказать, что как-то может это одно заменить другим, как-то выкрутиться. Но основы, не знаю, постановка, теория, простые вещи, как чтобы, то есть они могут быть и не в порядке у практика. А если ты преподаешь, то эти основы должен привести в порядок. Я хотел спросить о первых ваших выступлениях уже на коммерческой основе. Что это были за группы и куда вас приглашали? Мало приглашали, все тогда сами находили. Как только начались клубы по западному образцу, вот целый день, которые уже не советские рестораны, которые еще оставались, а уже вот такие вот клубы, как только они начались, и было модно, типа такую под западную музыку, там джаз, блюз, была работа, появилась такого, раз типа рабочей раньше не было. То есть была музыка в ресторанах, да, но это был, ну, блатняк, да, что-то такое, да? Нет, это была поп-музыка, и вообще в советских ресторанах, я уже стал, помню, был очень высокий уровень. Был такой худсовет, и, короче, серьезно было, не так, как сейчас. И снимали, репетировали, народные артисты всякие правили худсоветы в ресторанах, типа, это было престижно. Но вы тоже в таких ресторанах играли? Не, я не застал. Когда я уже начал играть, уже там оставалось несколько, и там уже сидели
такое. Часто, да, была, ну, работа, и вы много с кем играли? Это, да, это было два-три раза в неделю, тогда была работа. Ну, по тем временам, получается, $30, это было хорошо. Это было творчество, и репетиции, занятия, все друг друга знали. 90-е, уже вы часто играли в клубах и преподавали в этой школе. Музыка, это была основная, да, ваша деятельность? Да, не только это, только музыка. Клубы, школа. Да, ну, трудно было в 90-х, конечно. Ну, работать три раза в неделю в клубе, получать по $30, но одному человеку можно было снимать квартиру, мы там диски записывали как раз в то время. Читал, что первый свой альбом вы записали в 96-м в Австрии. Нет, это он вышел, напечатан был, да, потому что нас напечатали. Записали на стойке композитора на студии Аркадия. А композиции только появились, да, напечатали. Да. Даже на границе стоял тираж, потому что не было такого скрипсхода. Украинского товара с такими, с такой номенклатурой не было, да, и поэтому могли его растаможить. Там несколько месяцев на границе в Сибирях был такой казус.